Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы сегодня с вами начинаем очередную встречу. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно получать деньги с того, что сегодня и без вас делают в интернете. Сегодня с вами на связи Валентина Скуридова, интернет-предприниматель, бизнес-тренер. Первый спикер в России нашей компании и международный лидер MLM. Друзья, я очень хочу вас познакомить с удивительными возможностями, которые сегодня дает наша компания, Всемирный портал развлечений номер один. Сегодня эта компания предлагает 5 глобальных мультимиллиардных трендов. И сегодня компания бьет все рекорды по заработкам. Почему? Как это происходит? Давайте разбираться. Самый богатейший человек в мире Уоррен Баффет говорит, что для того, чтобы быстро разбогатеть, а я добавляю сказочно, друзья, разбогатеть, необходимо быть впереди тренда. Не позади, не в середине, а именно впереди. И сегодня вы можете быть впереди 5 основных трендов развлечений, которые уже сегодня занимают первые места по популярности в мире. И основатель нашей компании – это Рик Маки. Это человек, который уже больше 20 лет имеет опыт создания и управления компаниями. Это человек, который создал 2 товарных компании в Америке и вывел эти компании на товарообороты в сотни миллионов долларов. Он продал эти компании. Они работают до сих пор. Для чего? Для того, чтобы создать новую мегакомпанию. И также в руководстве сегодня вице-президент компании Дойс Бернс, который входит в 13 официальных долларовых миллионеров, зарегистрированных в ассоциации DSA. То есть сегодня это один из 13 самых порядочных, честных и успешных людей MLM-индустрии. И он во главе нашей компании. Сегодня, друзья, мы представляем вам 5 глобальных трендов развлечений, которых никогда не было в истории сетевого маркетинга. И сегодня мы с вами получаем доступ к развлечениям, которые дают нам возможность зарабатывать. Сегодня огромнейшая индустрия в интернете – это социальные сети. Наверное, нет ни одного пользователя в интернете, который бы не был зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. И эта индустрия сегодня занимает одно из лидирующих мест. Это товарооборот в 300 миллиардов долларов в год, друзья. И я хочу здесь еще подчеркнуть, что сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь. Уже практически у всех сегодня есть смартфоны или компьютеры, на которых люди выходят, совершают поиск, общаются, ищут информацию, делают бизнес. И сегодня только те, которые пользуются интернетом для своего бизнеса, имеют шанс выжить в этом мире. Билл Гейтс говорил, что те, которые будут вне интернета, останутся вне бизнеса. Потому что сегодня статистика говорит о том, что 70% людей, которые смотрят телевизор, в это же время на своих телефонах, смартфонах делают поиск в интернете. То есть интернет, друзья, это будущее. И у нас с вами сегодня есть возможность участвовать в интернет-бизнесе глобального масштаба. Наша компания создала платформу социальных сетей. Сегодня наша платформа Touch объединяет уже более 600 социальных сетей. Мы это подробно разбирали на других вебинарах, на других презентациях. Сегодня я только вскользь перечислю, какие у нас есть тренды, и сегодня мы поподробнее поговорим о деньгах. Чем замечательна эта платформа? Она объединяет все услуги социальных сетей в одном месте – и еще дополнительно будет предлагать те услуги, которых никогда не было в социальной сети. И самое
Главное, друзья, что мы сегодня с вами, благодаря этой платформе, получаем возможность зарабатывать на том, что другие делают в социальных сетях. Следующий мультимиллиардный тренд – это один из маленьких трендов, который имеет товарооборот в 12 миллиардов долларов в год. Это социальные интерактивные игры. Все социальные сети используют их для раскрутки. Люди играют в эти игры, играют ваши близкие, играют ваши друзья. Может быть, вы играете сами, но вы при этом не зарабатываете, а тратите. Наш портал социальных интерактивных игр дает возможность зарабатывать. Следующий тренд – это мультитриллионная индустрия спорта. Здесь вращаются триллионы, друзья, долларов. И сегодня у нас с вами есть возможность зарабатывать на спортивных ставках. И сейчас присоединяется еще Евровидение. Это популярнейшее шоу, которое дает возможность нам сегодня также зарабатывать на ставках. Следующий тренд – это индустрия казино. Именно на этом тренде в компании были созданы первые миллионеры. И сегодня эта индустрия занимает, да, одно из ведущих мест в индустрии развлечений. Каждый год в этой индустрии больше 50 миллиардов долларов вращается. И ведущие многих казино уже говорят, что мы не собираемся больше ни одного цента вкладывать в развитие казино на Земле, а идет развитие виртуальных казино, друзья. И у нас на нашей платформе вы имеете возможность участвовать эффект полного присутствия, то есть виртуальное казино с полным эффектом присутствия. Вы вживую видите девушек, можете с ними общаться, слышите шуршание карт, шелест фишек, и вы можете делать ставки в реальном времени и в реальном времени выигрывать. Друзья, а мы с вами все можем на этом зарабатывать. Следующий тренд – это тоже многомиллиардный тренд – это фэнтези-спорт. Для многих сегодня это новинка. Но это направление сегодня приобретает все большую и большую популярность, в том числе в России. И сегодня в этой индустрии можно создавать свои виртуальные команды, которые играют в реальных матчах, собирать очки и выигрывать. И в этой индустрии, здесь, на нашем портале, впервые зарабатывать могут даже клиенты. Максимальные ставки сегодня увеличены. Если буквально недавно максимальный выигрыш был 2500 долларов, то сегодня вы можете выиграть, поставив всего 100 долларов, и 4500 долларов, и 7500 долларов. И буквально недавно я видела, появился новая сумма 8700 долларов. И это может сделать абсолютно каждый. И мы с вами, друзья, на этом тоже и получаем возможность зарабатывать. Итак, я вам перечислила 5 трендов развлечений. И 6-е направление, которое нам подарила компания, это индустрия путешествий. Сегодня эта индустрия делает товарооборот 8 триллионов долларов каждый год. Абсолютно каждый человек мечтает отправиться в путешествие хоть раз в жизни. И многие экономят деньги на разных мелочах в своей жизни, лишь бы доставить себе такое удовольствие хотя бы один раз. Друзья, мы с вами имеем возможность не только путешествовать по самым низким ценам, получать роскошный отдых. По программе «Все включено». Так, например, у нас есть туры на 2 человек по программе «Все включено», 5 ночей, 6 дней за 999 долларов. Это сказочно низкая цена, потому что если вы будете узнавать в других местах, это будет намного выше. Если же вдруг вам повезет, и вы найдете цену ниже, чем здесь указано, то у нас есть второе предложение для вас. Это гарантированно самая низкая цена. И вы можете использовать эту программу абсолютно в любой стране и на любое путешествие. И сейчас готовится к запуску «Горячая неделя». Путешествие за 99 долларов.
от этого мало кто сможет удержаться. А мы с вами, друзья, предлагая такие вкусные цены на такие роскошные путешествия, можем зарабатывать. И сегодня новые VIP-партнеры получают в подарок два авиабилета по Северной Америке, которые вы можете использовать в течение года. Итак, друзья, мы с вами разобрали 5 трендов. И сейчас мы с вами разберем, как же можно на этом зарабатывать. Да, действительно, с нашей компанией можно открыть мир развлечений и удовольствия совершенно с другой стороны и зарабатывать вместе с нами в самых популярных, в самых востребованных трендах развлечений. Что же необходимо сделать для того, чтобы стать нашим партнером? У нас есть три пакета. Первый пакет – это стартер, вернее, плеер. Этот пакет за $100, который дает вам возможность получить объем, да, объем его 60 баллов и ежемесячный еще платеж $25. Я говорю так, некоторые вздыхают, ой, как же так, каждый месяц нужно платить $25. Друзья, отнеситесь к этому по-другому. Вы за $25 покупаете лотерейный билет, который в программе Fantasy Sport играет у вас каждый день. Вы можете выигрывать, даже не делая ставки, то есть на бесплатном участии. Поэтому это небольшая цена, и при этом вы уже можете зарабатывать. Но зарабатывать, к сожалению, на этом пакете много не получится, потому что здесь это самый невыгодный вход в бизнес. Следующий пакет $750, конечно, он более привлекательный, но самый выгодный и самый выгодный и тот пакет, который следует выбрать, да, который дает доступ абсолютно ко всем нашим услугам и дает максимально зарабатывать деньги, это VIP-пакет за $1500. Объем которого 900 баллов. И здесь у вас, заметьте, нет ежемесячных платежей. То есть один раз вы платите $1500, $19,95 – это у нас годовое обслуживание нашего кабинета, и вы отправляетесь в увлекательное путешествие, которое, возможно, приведет вас в команду миллионеров. Да, друзья, здесь можно заработать миллионы. Каким образом? Давайте разбирать. Итак, у нас есть бонус быстрого старта. Когда по вашей рекомендации кто-то покупает пакет, то вы зарабатываете. Если у вас покупают пакет, то есть если вы вошли вот на $100, вы получаете 10% и зарабатываете со $100 пакета $25, 750 пакета $75 и с VIP-пакета $150. Следующий заработок, друзья. Наша система, наша компания использует бинарный план. То есть у нас комбинированный бинарный план. Бинарный план – это одно из вознаграждений. Ваша команда выстраивается 2-2-2. То есть лично под себя вы можете подставить только два человека. Таким образом, вы получаете великолепное преимущество перед классическим бизнесом. Почему? Потому что, как правило, лидеры приглашают больше, чем двух человек. И таким образом от сильных лидеров в свою команду вы получаете очень мощные переливы. Да, многие говорят, что вебинар не совсем удобен, потому что одна нога убегает. Друзья, убегает одна нога, которую вам строят спонсоры. И вам для того, чтобы получать деньги, остается достраивать только одну ногу, то есть делать половину работы. И это классно. И у нас самый маленький шаг. Для того, чтобы получать деньги, необходимо, чтобы у вас закрылось 300-300 баллов с двух сторон. 300-300 вы зарабатываете на пакете $100 – $40, на пакете $750 – $50 и на VIP-пакете $60. То есть один степ заработок, один степ заработок, один степ заработок. А когда у вас строится команда, эти, да, степы, шаги закрываются очень часто. То есть это
в общем-то, достаточно короткие циклы. Следующий вид дохода в нашей компании – это матчинг-бонус. Матчинг-бонус. К этому бонусу вы получаете только со второго пакета – $750 или за $1500. И здесь, друзья, нужно, конечно, постараться зайти не на $100 пакет, чтобы получать очень большие деньги. Здесь компания вам выплачивает 20% с партнера, заработка партнеров вашей первой линии, 15% заработка партнеров второй линии, 10% еще с третьей, с четвертой и с пятой линии. Я ни в одной компании не видела столь щедрых выплат. И здесь, благодаря вот этому матчинг-бонусу, друзья, каждый спонсор заинтересован как можно быстрее помочь своему партнеру выйти на хорошие деньги. Почему? Потому что спонсор получает процент с вашего заработка. И вы также заинтересованы в заработке ваших партнеров. Следующий вид вознаграждения. Это одноразовые бонусы при достижении вами карьерного статуса. Первый карьерный статус – это бронза. Для того, чтобы получить квалификацию бронза, вам необходимо закрыть 115 циклов. Цикл, напоминаю, это 300-300 баллов. Как только вы достигаете этого цикла, это происходит достаточно быстро, вы от компании получаете единовременный бонус $5000. Когда вы достигаете следующего статуса Silver, серебро, вы получаете $10000. Gold, золото, вы получаете $25000. Рубин, вы получаете $50000. Изумруд вы получаете $100000, и бриллиант, диамант вы получаете $500000, полмиллиона долларов, друзья. Именно поэтому здесь очень быстро растут миллионеры. Это действительно, друзья, очень щедрый маркетинг. И это еще не все. При достижении ваших карьерных статусов компания вам дает возможность участвовать в разделе прибыли компании. При достижении бонуса, вернее, статуса серебро, вам компания дает возможность участвовать в разделе прибыли 5% от прибыли мировой компании. Gold плюс 5%, рубин плюс 5%, изумруд плюс 5% и бриллиант плюс 5%. То есть максимальные процент, с которым компания делится со своими лидерами, 25%. Я не знаю ни одной компании, в которой такое щедрое, да, вознаграждение для лидеров. Потому что обычно только максимально самые высокие две ступеньки получают доступ к одному, максимум 2% от прибыли компании. А здесь 25% прибыли компании делится между лидерами. И сейчас я хочу вам подчеркнуть важность момента. Именно сейчас, когда компания входит только на международный рынок, очень важно выстроить грамотно компанию. Я вам, например, напоминаю, что команда у вас выстраивается по системе бинар. Поэтому под вами строятся два человека, под ними еще четыре человека и под ними еще восемь человек. И я хочу вам напомнить, что ваш бизнес будет зависеть от того, каких людей вы поставите на эти места. И, конечно, выгодно сейчас как можно плотнее выстроить эти места, эти ключевые места в вашей команде лидерами, как можно более опытными, активными, да, и шустрыми. Потому что когда вы это сделаете, когда вы вот на эти ключевые места поставите действительно серьезных лидеров, ваш бизнес фактически будет сделан. Вам потом только останется им управлять и подправлять. Итак, друзья, сегодня уже компания бьет рекорды заработков в MLM-индустрии. И вот этот маркетинг, который мы сейчас буквально вскользь разобрали, мы потом с вами разберем его обязательно подробнее, дает возможность в короткое время заработать миллионы долларов. И здесь вы видите на этом слайде
первых миллионеров. Тони буквально за 4 месяца заработал 1 миллион долларов, а он был просто обычным продавцом машин. Денис за 4 месяца первый миллион долларов. И, к сожалению, до этого Денис был неуспешным сетевиком. Пытаясь в течение 20 лет сделать бизнес в MLM, он потерял все. И, скорее всего, Вселенная его решит вознаградить за его упорство. Именно здесь он заработал за 4 месяца первый миллион долларов. Хотя на вход у него не было даже 100 долларов, друзья. Вверху, в правом верхнем углу, вы видите Джейсона. Это удивительный человек, потому что он маленького роста, плохо разговаривает по-английски и часто был объектом насмешек. Но ему удалось за 4 месяца заработать свой первый миллион и за год заработать более 4 миллионов долларов, друзья. И этот человек сегодня открывает другие регионы. И внизу вы видите фотографию Дэйв и Фарадей. Это удивительная пара, которая тоже свой первый миллион заработала за 4 месяца. И за год заработали около 3 миллионов. И, друзья, в их команде сегодня как раз находятся эти трое миллионеров, о которых мы сейчас с вами сказали, и еще трое. То есть уже 6 миллионеров в их команде. Друзья, я вас поздравляю. Почему? Потому что мы с вами входим тоже в их команду, в команду самых успешных людей в компании. И сейчас я хочу обратить ваше внимание, что происходит во всем мире. Дело в том, что те успехи, которые были достигнуты в компании, были сделаны в одной стране, в Америке, в США, буквально в двух штатах, потому что первые успехи были сделаны на направлении казино, а казино в США разрешено только в двух штатах. Несмотря на это, в компании за первый год выросло 8 долларов миллионеров. И огромное количество людей, которые зарабатывают чуть меньше миллиона, чуть меньше полмиллиона и сотни тысяч долларов. И сейчас наша компания уже вышла на международный рынок. Посмотрите, что происходит в Корее. Это результат работы Джейсона. Да, когда-то никто с ним не считался, когда-то кто-то над ним постоянно шутил. Но сегодня посмотрите, какая команда готова пойти за ним только в одной стране, в Корее. И это сейчас будет происходить, друзья, в разных странах. Сейчас начал активно работать Казахстан. Сейчас, только формируется первая команда лидеров в России. Готовы присоединиться лидеры с Украины и других стран. Сегодня в моей команде уже зарегистрировались лидеры из 8 стран. Присоединился и Израиль. Также в моей команде, благодаря моему спонсору, есть Италия. И сейчас, друзья, пока другие страны еще свободны, и только от вас зависит, как быстро вы примете решение и какие страны вы откроете. И именно от вас будет зависеть, какой успех и как быстро вы достигнете в этой компании. И я вам хочу подчеркнуть, что для того, чтобы сделать успешный бизнес, очень важно, кто у вас спонсор. Сейчас я вам представляю своего личного спонсора. Это Дмитрий Кульчицкий. Этот человек, который 2 недели стучался ко мне, чтобы пригласить меня на презентацию. Но я была занята. Я, да, отмахивалась, как многие делают из лидеров сейчас. И я благодарна Дмитрию, что он не остановился, что он был настойчив. И пожалела, что он не достучался до меня раньше. Почему? Потому что, получив эту информацию об этой возможности, я отодвинула все остальные свои дела. И 80% своего времени сейчас трачу именно на всемирный портал развлечений номер один. Почему? Потому что это глобальный мультимиллиард, 5 глобальных мультимиллиардных трендов. Это компания, которая сегодня уже бьет все рекорды по заработкам. А я хочу вам подчеркнуть, что те миллионеры, которые заработали первые миллионы долларов, они не были профессиональными сетевиками, они не были успешными лидерами, у них не было опыта построения международного бизнеса. То есть, друзья, мы с вами можем не только повторить их шаги, но мы можем даже это сделать быстрее и за год заработать намного больше. И я вам хочу представить еще одного лидера.
Это Роман Голдан. Это ведущий лидер на русскоязычном рынке и первый лидер в Канаде. Это человек, вместе с Дмитрием мы с ними работали в другой американской компании, и эти два молодых человека вышли на ежедневный доход 1000-1500 долларов в день. И если бы компания в тот момент не закрылась на проверку, то бы эти двое молодых людей заработали бы по 1 000 000 долларов. То есть это предприниматели, сетевики, интернет-бизнесмены с мозгами миллионеров, которые умеют делать бизнес, которые умеют строить команду и которые умеют зарабатывать деньги. И в заключение нашего ведущего лидера, это международный лидер MLM Борис Пелых. Это человек, который сегодня на русскоязычный рынок дает эту информацию. Именно от него мы о ней узнали. Именно он возглавляет сейчас русскоязычную команду. И вы знаете, это человек, который уже заработал не 1 000 000 долларов в сетевом бизнесе. И это говорит о том, друзья, что мы сегодня с вами в правильном месте, в правильное время и в правильной команде. В команде миллионеров. Борис Пелых напрямую зарегистрирован под ведущей парой, да, под Фарадей и Дэйвом. И сегодня у нас с вами, благодаря Борису, есть возможность общаться. Борис сегодня проводит презентации на трех языках: на русском, французском и английском. Если, когда у вас появятся партнеры, он сможет помочь, потому что он говорит на 7 языках, которым легко Итак, друзья, я сегодня вам представила удивительное предложение и удивительную возможность. Всемирный портал развлечений номер один. Это компания, которая дает нам с вами возможность развлекаться с каждым разом все больше и при этом становиться только богаче. Почему? Потому что буквально мы с вами не только можем зарабатывать на маркетинге, подключая партнеров и продавая бизнес-пакеты, мы можем с вами зарабатывать на каждом направлении нашей развлекательной индустрии, на всех 5 мультимиллиардных трендах, и 6-е направление – это развлечение. И сегодня я вас приглашаю открыть для себя мир развлечений и удовольствия с новой стороны и зарабатывать вместе с нами. И если вас сейчас зацепила эта информация, я вам советую, разберитесь с этим подробнее и обратитесь сейчас к тому человеку, который дал вам ссылку на эту презентацию или который дал вам посмотреть это видео в записи. Он подскажет вам, какие первые нужно сделать шаги, поможет зарегистрироваться, выбрать оптимальный для вас пакет и начать бизнес, начать свой путь к 1 000 000. Я думаю, что мы с вами в России выстроим свою команду миллионеров. Итак, друзья, я вижу, что к нам сейчас присоединился наш главный лидер Борис Пелых, и я хочу ему дать слово. Спасибо, Валентина. Отличная презентация, великолепная. Дорогие друзья, в принципе, Валентина все рассказала. Что я могу сказать от себя? Что меня лично эта информация просто шокировала, когда я только услышал об этом. Меня шокировало то, что видит руководство этой компании, то есть какие сильнейшие лидеры находятся в руководстве этой компании. Да, то есть видение этих лидеров меня просто остановило мое внимание, хотя на той стадии я не искал абсолютно никакого бизнеса нового. Да, то есть я находился на высшей ступени в моей предыдущей компании. Вот, но такую информацию пропускать просто нельзя никому из лидеров, поскольку такое бывает раз в жизни. Я никогда не видел такой информации и, естественно, не имел никогда доступ работать с такой информацией на международном рынке. То есть видение компании, которое меня просто шокировало, это было то, что, как сказал Рик Майки, хозяин компании, что интернет – это клондайк нашего времени.
да, то есть очень много миллионеров создано благодаря интернету, и как он считает, что настало время, когда любой пользователь интернета должен иметь возможность зарабатывать с того, что он делает так или иначе каждый день. Да, то есть до сих пор с этого зарабатывали только хозяева тех сайтов, тех социальных сетей, тех платформ, тех площадок, которые на интернете существуют. Но как заметил хозяин этой потрясающей компании Рик Майти, что теперь пришло время, чтобы любой пользователь интернета имел доступ к этому клондайку и зарабатывал на том, что он сам делает так или иначе каждый день. Да, то есть такое видение меня просто поразило, да, то есть я вполне согласен с Рик Майки, что 100% время пришло, чтобы любой человек на интернете мог зарабатывать и достигать свои цели с того, что он так или иначе делает. Вот. Для себя я также увидел потрясающую команду в этой компании, да, то есть людей, которых я выбрал как моих спонсоров, это первые люди компании, люди, которые создали 6 долларовых миллионеров в этой компании и сами заработали более 3 миллионов долларов. Они всегда находится, как говорится, там, когда нужна помощь, да, ну, у них только один язык, но мне это не страшно, поскольку у меня этот язык также имеется в арсенале, вот, и, естественно, пропустить такую информацию я не имел права, поскольку такого я лично никогда еще в этой индустрии не видел, хотя имею достаточный опыт в этой индустрии, имею потрясающие результаты в этой индустрии, вот, и, в принципе, когда пришло время, я взял эту информацию на рассмотрение, детальное рассмотрение, общался с руководством, проверил абсолютно все критерии, насколько компания солидная, стабильная, легальная, насколько она пришла надолго, да, то есть поскольку мне это сверхважно, то есть я никогда репутацию свою не поставлю на то, что я не проверил лично для себя, пока что я в этой индустрии еще ни разу не ошибался, и в плане выбора компании, то есть все компании до сих пор существуют и никуда не собираются. Вот, то есть я могу вас поздравить, дорогие друзья, потому что у вас открывается, похоже, в первый раз в жизни, так же, как и у меня, как и у многих других лидеров, возможность поработать с информацией, которая бьет абсолютно все рекорды этой индустрии в плане заработков. Такой информации никогда не было, да, то есть у вас есть доступ к 5 огромнейшим глобальным трендам, которые впервые появились в этой индустрии благодаря этой компании. И также самое главное, что у вас открывается доступ к этому клондайку, который называется интернет, в плане заработков. Вот. Маркетинг этой компании, как Валентина подчеркнула, очень-очень щедрый, да, и не будем далеко идти, просто посмотрим результаты партнеров этой компании. Они сами за себя говорят, да, то есть то, что происходит здесь, в этой компании, такого никогда еще не было в индустрии сетевого маркетинга, в плане заработков, естественно. Вот. И возможность быть первыми с такой информацией, это то, что будет только один раз, это происходит сейчас, завтра этого может просто не быть, дорогие друзья. Поэтому внимательно отнеситесь к информации, обратитесь к тому, кто вас пригласил на эту конференцию, попросите ссылку для регистрации и регистрируйтесь прямо сейчас, немедля, поскольку тайминг, да, то есть самое важное в любом бизнесе. То есть когда вы приходите работать с определенной информацией, очень важно именно когда вы приходите. Да, то есть именно важно быть в начале чего-то грандиозного, чего-то, что бьет абсолютно все рекорды этой индустрии. Спасибо, Валентина, слово вам. Спасибо, Борис. Друзья, у меня просто больше нет слов. Сейчас нужно и остается только одно – действовать. И действовать как можно быстрее. Почему? Потому что регистрации идут постоянно. И чем быстрее вы принимаете решение, тем выше и выгоднее позицию вы займете. Не забывайте, у нас бинар. И остальные, которые придут позже вас, они могут быть под вами. И буквально одна минута промедления может стоить очень дорого, потому что в компании уже был такой случай, что человек пока думал, пока он хотел принять решение, другой зарегистрировался вперед него и выстроил затем команду в 10 тысяч человек. Представляете, потерять команду из 10 тысяч человек. А некоторые думают, ну подумаешь, один человек, да, быстрее меня зарегистрируется. Промедление может стоить очень дорого. Поэтому, друзья, не упускайте возможность быть в числе первых. И я вам желаю правильного решения и просто сумасшедшего успеха и сумасшедших чеков в этой компании. До встречи на вебинарах. Всего доброго.